поддержке энергокомпании ДТЭК. И снова привет! Мы все еще на дне Земли. Энергодарские школьники приготовили настоящий праздник, на котором, кстати, присутствуют и участники проекта «Энергоэффективная школа. Новая генерация» из Белозерского. То есть мы с вами сегодня станем свидетелями воссоединения двух межрегиональных классов. И сейчас пришло время финального аккорда. Будем садить деревья. Такие классные эмоции. Я никогда не садила деревья. Это первый раз. Во-первых, очень круто, когда мы гуляем и все вокруг зелено. Да, день Земли, мы озеленяем планету и насаживаем деревья, чтобы потом они выросли и было красиво. Во-вторых, они помогают преобразовывать углекислый газ в кислород. Класс! Их вклад неоценим. Вот каждая капля, каждая возможность сделать доброе для планеты, она, в свою очередь, окажется потом большим делом в целом для всего нашего окружающего мира. Влад, привет, давай с тобой чуть пообщаемся. Я смотрю, тут все прям при деле. Ты один стоял. Я не буду говорить, ничего не делал. Ты контролировал. Да. 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 Давай, что вот самое главное, какой процесс посадки дерева? Что нужно делать? Ну, главное все аккуратненько сделать, чтобы все красиво было. Для начала нужно выкопать яму, соответственно, и устанавливается так, чтобы он был вровень с землей. Окей. Засыпается и фиксируется дерево примерно наполовинку. Заливается два ведра воды, потом засыпается остальная часть, формируется лунка и заливается остальная вода. Проект «Энергоэффективная школа. Новая генерация» вышел уже на международный уровень, поскольку в 2018 году этот проект был признан победителем в номинации «Планета» на конкурсе партнерских проектов Украины и Беларуси под эгидой глобального договора ООН. Слушай, Антон, столько уже знакомы с тобой, копаем сейчас дерево, садим. Расскажи что-то про себя. Вот чем ты занимаешься? Ну, если ты до сих пор не понял, я работаю ведущим. Вот камера, тяжело. Микрофон. Слушай, ну я работаю ведущим прогноза погоды. Вітаю, любі глядачі! В ефірі прогноз погоди. Не то чтобы тяжело, больше интересно, наверное. А переслушайте тиждень, пожалуйста. Тиждень там какой-то был. Может, пересмотрите или все-таки? Ну, ладно. Ой, простите, пожалуйста. А то, что звука не было, это нормально? Все хорошо. Бум! Если, в принципе, и вам интересно, можем записать небольшой выпуск вместе. Круто! Давайте попробуем. Кто первый будет? Сонь, давай с себя начнем. Итак, друзья, ребятам стало интересно, и мы решили дать им возможность почувствовать себя в роли ведущих прогноза погоди. Сонь, готова? Да. Начинай. Вітаю, любі глядачі! Щорічно в третю суботу квітня, починаючи з 1999 року, в Україні відзначають День довкілля. Тому традиційно по країні проводять безліч екологічних заходів, висадку дерев та лісів, створення нових газонів і квітників та, звісно, масові суботники. І все це для того, аби зберегти нашу природу. Що ми сьогодні з вами і робимо? Приєднуйтесь і ви до нас. А чи скаже нам природа спасибі у вигляді гарної погоди, дізнаємося саме зараз. Почнемо. Але знову таки, протягом першого вихідного дня майже у всіх містах України буде похмуро. Місцеві можливі опади у вигляді дощу, але своєю появою потішить і сонечко. Середня денна температура повітря по країні становитиме плюс 11 градусів. А про погодні умови на східному регіоні розповість нам Ілля. На сході протягом дня на небі з'являтимуться то сонце, то хмари, що призведе у деяких містах до появи опадів у вигляді туману. А ось у Запорізькій області добові температурні показники коливатимуться від 3 до 11 градусів вище нуля. По обіді виглядатиме сонце та буде по весняному тепла погода. А зараз вже традиційно трошки народних прикмет та порад. Поліно. Кажуть, якщо 20 квітня йде дощ, то слід чекати на вдалий урожай калини. А ось сонячна погода буде підказкою того, що у цьому році слід чекати на велику кількість хлібів. Ну і звісно ж зорі. Якщо на небі їх помітити багато, то в лісі буде безліч ягід та грибів. Сьогодні у нас хороша погода, значить урожай у нас буде хороший.
А я передаю слово наступному молодому співведучому. Роман, давай. Отож, у Донецькій області нічні температурні показники коливатимуться від 2 до 6 градусів тепла, а у півдні вони становлять 11-12, також вище нуля. У цей вихідні сонце потішить своєю появністю лише мешканців Маріуполя. А ось у Слов'янську та Донецьку блакить весняного неба в перші вихідні побачити так і не вдасться. Проте тішить одне – у цих місцях без опадів. Дякую. Це була вся інформація про погоду на неділю 21 квітня. Тож, закликаю вас долучитися до Дня довкілля. Головне, щоб у гарному настрої та із близькими людьми. Бережіть себе. До зустрічі. Соль, ну что, пару слов, как тебе быть в роли ведущего прогнозы погоды? Очень все понравилось. Думаю, даже записаться на курсы телеведущих. Очень понравилось. И даже хочу в будущем, возможно, попробовать себя в этой сфере. Так, а пока у меня подрастает конкурентка, Вань, как справилась? Молодец, Соня. Тебе как понаблюдать за съемками? Прикольно было. Прикольно, интересно? Да. Ну все, дерево, расти. Это моя первая посадка после картошки. Безумно насыщенный день сегодня был. И дерево посадил, и цветок, и в брейн-ринге немного поучаствовал. И, конечно же, посмотрел замечательный концерт. Но вы не забывайте, именно от ваших просмотров и зависит, какая же школа станет победителем и получит ценный приз от компании ДТЭК. При поддержке энергокомпании ДТЭК.